Правильно ли я понимаю? Он неожиданно ответил на одно из ваших писем, и завязалась переписка. Теперь расскажите, с чего именно началась ваша дружба с Джоном Ф. Донованом? Мне исполнилось 11. Я перешел в новую школу, там начались издевки. Руперт, простите. Мы с мамой почти не общались. Все мои мечты развеялись. Осталась лишь одна. Нет, Джон! Джон. Фото ведь пришлют на утверждение. А пони на Рождество не хочешь? В отличие от меня, у него было все. На сегодня хватит. Поклонники. Спасибо, пока. Слава. Любовь. Мне с ней безумно повезло. В этот момент многие стали задаваться вопросом, что из этого правда. 5 лет назад я написал Джону Ф. Доновану. Надеяться было глупо, но он ответил. Мне всего 11, но когда-нибудь я стану как он, и мы будем сниматься вместе. Признайся, ты все выдумал. Это правда. Ты врешь об этом уже много лет. Я просто не хотел говорить. Скажи мне, наконец, ты отвечал мальчишке на письма? Это правда, Джон? У вас есть друг по переписке? Следующий вопрос. Не смей больше писать этому человеку. Никогда. Зачем обнародовать их сейчас? Прошло 12 лет, но, честно говоря, изменилось не так много. Все дело в нас, в обществе, в том, к чему мы стремимся. Может ли у артиста быть личная жизнь, и почему она так важна для нас? У меня ощущение, что я все сделал неправильно. Что если это ошибка? Что если я занимаю чужое место? Лучше ответь, как оно может быть чужим, если специально для тебя было создано. Мам, можно я здесь переночую? Можешь остаться хоть на всю жизнь. Дорогой Руперт. Ближе и дороже друга у меня нет. Никто не поймет нашей дружбы, пока ты сам того не захочешь. Смерть и жизнь Джона Ф. Донована. В кинотеатрах с 15 августа.